занимаюсь творчеством, музыкой, и дело в том, что у меня есть два направления. С детства я всегда занималась фортепиано, а потом, когда уже закончила первое свое образование, я стала учиться на вокал. И сейчас у меня, я понимаю, что немножко такой период, я немножко потеряла себя. То есть я, наверное, много на что обращаю внимание, много чем хочу заниматься. Ну это же хорошо. Это хорошо, но я, подскажите, как мне найти свой путь? Вы хотите успеха, да? Я хочу, да, успеха. Ну сейчас еще рано об успехе думать. Потому что сейчас не время у вас для успеха. Надо продолжать везде развиваться. Не бояться, что там будет успех, там не будет. Вы торопите события. Успех будет, когда придет время. Еще не время, но все ваши вот эти способности, они объединятся в это время. Если вы что-то хотите развивать, развивайте. Это хорошо. Вы чувствуете, что вам надо это развивать, развивайте. Придет время, все вместе вам поможет. Хорошо, это ничего не значит. Если вы общаетесь со старшим, вы должны услышать то, что вам сказали. Тогда будет хорошо. Я вас услышала, спасибо. Все, теперь я чувствую, что все хорошо. Что у вас сильный разум, вы размышляете. Иногда размышления не нужны, нужно просто поверить, принять. Если вы не примете, значит, вы будете колебаться. Развивайте то, что вам, вы чувствуете, вам надо развивать. Если вы не хватает на все время, распределите. Распределите для себя, что сегодня, что завтра. Но не надо ничего терять. Все развивайте, все, что развивается. И знайте, что придет время, будет успех. Спасибо. А про личную жизнь можно спросить? Ну, спросите. Когда я выйду замуж? Это неправильный вопрос. Так нельзя спрашивать. Потому что замужество для женщин – это сдача экзаменов. Например, вы спрашиваете, когда я сдам экзамен? Когда сдадите? Ну, то есть вам не сложно выйти замуж, у вас нет с этим проблем. Проблемы другие. То есть вы переоцениваете свои возможности. Хотя, это может быть и хорошо оценивать сильно свои, но переоценивать нельзя. Первое. Второе. Вы не знаете, как правильно себя вести с противоположным полом. Вы ведете очень жестко себя, очень категорично. Вот. Третье. Еще не время вам замуж выйти, потому что замуж выйти означает быть женщиной, быть матерью. А вы не хотите быть матерью, вы хотите развиваться. Понимаете? Мужчине именно жена нужна, а не творческая дама. Ну, то есть пока не время просто. Не торопитесь. Сколько вам лет? 27. Ну, ничего еще. Через 2 года вернемся к этому вопросу. Тогда придет время уже. Спасибо. Вы сами же не хотите сейчас замуж. Чего вы меня спрашиваете об этом? Не хотите же, правда? Ну, последний день уже хочу. Правда, не хотела. Бог не может на ваше желание так быстро реагировать. Вы долгое время не хотели, тут раз резко захотели. Он не успел еще подготовиться. Все будет нормально. Не беспокойтесь на этот счет. Вам не надо торопиться в этом вопросе. Сейчас не время для вас думать об этом.